Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Zombie Forest. У нас 27-я ночь. Так, кто-то у нас хочет прокачаться. А кто? Ты? Ух, ребят, скоро он будет фул. Просто топовый боец. Так, здесь силенку, наверное, прокачаем. Все, закрываем. Так, что у нас здесь готово? Давай посмотрим, что у нас тут готово. Что нам тут достанется? Еда. 74. Годится. Ну что, мы, наверное, побежим с тобой на карту в лес. Ну, пойдем, наверное, с тобой, ну, поохотимся на зомби. Как ты считаешь? Я думаю, стоит это сделать. Разыскивается только лишь один вид зомби с бородой. Его ни с кем не спутаешь. На тебе, в лобешник. Так, здесь нет такого? Нету. Тогда валим всех подряд. Зомби первого, второго уровня. Ну что, можно. Так, а тут у нас что, выжившие? Слушай, так надо спасать. Обязательно надо спасать, если есть такая возможность. Вот это мне, конечно, не нравится. А тут токсический, блин. Есть контакт. 27 патронов потеряли, зато нашли. Секунду. А почему нам не дали выживших, а? Тебе не показалось это странным? Мы же именно за ними шли туда. Здоровски просто. А это что стоит? Ага, мы его ушатали. Я думал, так и будет там стоять на порожке. Но нет. Кстати, вот эти вылазки уже, насколько я понимаю, ребята, не актуальны. Здесь особых наград не получаешь. Да? Тут патроны, еда. В общем, такое все. Постольку поскольку. Ну, здесь вот можно бомбануть их. Причем в легкую всех до одного. Вот здесь вот и стоят они. Вот ничего страшного. Главное, чтобы они не кучканулись. По-моему, в плане Митофана и Таиса мы умудрились как-то потерять. Как мы их вообще потеряли, блин, а? Это, извини меня, был 8-й, 9-й уровень. Это не первый, не второй. Трындец. Ну что, давай здесь будем мстить, ребята. Будем мстить за наших бойцов. Так, вот тут вот опять мне не нравится. Опять кого-то потеряли, да? Нет, слава богу, нет. Но зато нашли Орлена 9 уровня и Лишат 4 уровня. Ну, хоть какая-то компенсация, да, нам пришла. Так, где этот? Промахнулся еще. Так, тихо-тихо, тут нет бородача. Оу, вот он. Так, тихо-тихо-тихо. Вот он, парень. Я, правда, не знаю, какого уровня он должен быть. Ну, если что, мы его прокачаем до нужного. Так, а что тут? Да пойдем. Пойдем, накумарим их всех тут. Нападать. Вот так вот. Вот эти мне, конечно, тут не нравятся, которые ходят, шоркаются, видишь? Ну, нормуль, нормуль. Ничего против не имею. Так, здесь напрямую вообще на изи просто разбомбим. Так, у меня не осталось очков, к сожалению. Домой тогда. Да, хочу уйти. Так, смотри. Ночка, да? Ночка приближается. Кто-то у нас получил уровень. Сейчас мы его прокачаем. Все, друзья мои. Этот боец у нас просто Нелли 31 уровня топ. Понимаешь, просто топ боец из всех. Угу. Так, здесь прокачали. И что я хотел сделать? Я хотел... Блин, нифига у нас с тобой зомбарей сколько. Ё-моё. Я хотел посмотреть, во-первых, сможем ли мы что-то с тобой... Ага, можем капканчики с тобой поставить. И водяные фильтры. Не хватает железа. Вот оно что. Закончилось, понимаешь? Железо у нас с тобой. Сундук это попозже мы с тобой глянем. Так, и хотел посмотреть насчет зомби. Клод. Да, у меня есть такой. И какой нужен уровень ему? 11, а он у меня 2. Погоди-ка. Ага, тут вот оказывается что. Ребят, не обновилось, видимо, еще по розыску. Этих зомбарей не должно быть у нас. Так, это я пока не буду применять. Вот награду, наверное, гляну. 73 патрона. Так, аптечек 0. Железо 26. Ну что, друзья мои,
Будем, наверное, обороняться. Да? Поехали. Ускоряемся и ждем. 28-й день. Опа, это кто там? Это что за зомби сейчас бежал, сломя голову? Смотри. Блин, а где у меня перегородка? Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Твою ж налево, ты посмотри, сколько их тут. Офигеть. Просто бесконечные. Твою ж дивизию. Так, Эдди плохо закрыл загон для зомби. Ночью часть зомби разбежалась. Зомби минус 23, зашибись. Зашибись, зомби минус 23. Блин, этого Эдипа надо, знаешь, что с ним сделать, ребят? Его надо разжаловать, мне кажется, и отправить куда-нибудь на шахты. Других слов у меня нет на него. Нифига он ушел. Так, давай-ка мы с тобой посмотрим. Нам нужно с тобой перегородку поставить. Перегородку, которую я не могу, да, сделать. Ни каменную, никакую. Нет, могу сделать, в принципе, вот эту вот. Куда она? Вот куда он ее поставил, а? Где вот она стоит? Я не вижу, ребята. Давай вот сюда поставим. А эту надо починить. 2 единицы металла тратим, конечно же. Так, и я думаю, что вот эту штуку нам тоже надо. Так. А, я не могу ее дальше? Странно. А этого все-таки надо вот сюда переместить. Вот таким вот образом. Да? Плохо, что тут, что турелька не работает против зомби. Было бы вообще идеально. Смотри, сколько у нас там с тобой аглоедов стоит. Просто аглоеды стоят и все. Давай посмотрим, что мы можем с ними сделать. У кого там что находится в руках? 28%. Слушай, надо чинить. 78. Так, тут терпимое. Ой, да какая бита. Какая бита, ты о чем, парень? Сейчас мы тебе что-нибудь такое путевое найдем. О, пулемет Матсон, пускай будет на нем, да? Так, поймал. Пускай он будет с пулеметом. Давай дальше смотреть. Так, здесь какой пистолет. Смеешься, что ли, надо мной с пистолетом тут будет бегать? Вот тебе Ан-94. Самое то для тебя, парень. Ключ. Так дело не пойдет. Ох, ничего себе. Вот это классная винтовочка. Тебе повезло, парень. Тебе просто повезло. Такую винтовку, да, урвал, грубо говоря. Так, смотри, у нас тут помак какой-то. Фига себе. Я не думал, что у меня столько всякого классного оружия. Так, давай сюда поставим АКС-74. Починить, конечно, надо. Вот так вот. Ну, в принципе, неплохо, ребята, да? В принципе, командочка неплохая. И мы с тобой идем в лес. На очередной рейд. Так, это у нас торгаш. Что у торгаша есть? У торгаша много чего есть, но и в то же время... Оу, да, вот эту штуку я хотел, ребята, получить. Хотел получить. И что же... А, у нас есть пистолеты, которые я могу отдать. И не только пистолеты, это у нас с тобой и ключи эти гаечные. Вот. Обмениваемся. Слушай, а то, тогда и вот эту штуку, наверное, заберем у него. Раз, два, три. Все, по рукам обменять. Ничего у тебя там больше хорошего такого нету? Нету. Все. Так, подожди. Как там закрыть-то, я уже забыл. Отлично, опять зомби. 23 зомби у нас убежало с тобой. Ты видишь, поиски обновились по зомбарям. Я тебе об этом говорил, что поиски, они обновятся. И... так. И нету, да, тех зомби, которые нам нужны. Ну и фиг с ним. Будем тогда бомбить всех подряд. Какая нам разница. Давай здесь тоже половим. Искать в основном нужно с белым головным убором. Как ты понимаешь. И где вы?
Так, это кучерявый. Это... Погоди-ка. А, нет, немножко похож, но не тот. Это не тот зомби был. Так, этот не тот в пролете. Ну, тут так вот сделаем. Ну, нету, ребята, этих зомбарей, которые вот в розыске. Поэтому ловлю первого попавшегося. Первого, второго, третьего уровня. Блин, когда же уровень-то будет расти? Давай здесь тогда половим. Три дротика у нас с тобой есть. Я так понимаю, что можно как-то себе не три дротика, а пять или четыре дротика сделать. Что это такое? В очках, с бородой, такой странный зомби. Это вообще зомби-очкарик. Да на тебе. Отлично. Так, и у нас тут остается что? Блин. Что это такое? Авдий. Нет, 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 нет. На него я не пойду. А вот здесь... Ох, это кто такой? Это кто такой, ребята? Это что за зомби? Мы его даже почему-то подбить не можем. Ну-ка, проверим. Слушай, ух ты, игровая карта, ребята. Полностью восстанавливает здоровье карты выжившего или зомби. Ничего себе. Так, сменим карту. А здесь у нас вылазки, да, и зомби. Я думаю, что, наверное, лучше... Ты прикинь, какой псих. Не надо. Слушай, мне кажется, будет все сложнее и сложнее с каждым разом. Видел уже, какие зомби? Бегающие психи, которые причем взрываются. Кого-то там подклинивает оружие, да? Перезарядка уже не всегда срабатывает. Отлично. Так. Зомби половить, может быть. О! Так, ну проверим сейчас, как это все выглядит. Да, он взрывается, друзья. Это зомби взрывной. Билет. Круто. Давно так нам не фартило. Ну и зомби. Хей, ты куда будешь? Куда ты пошел, парень? Я хотел тебя поймать. Так, смотрим. Нету тех самых зомби, которые их в розыске нету? Нету. Какие-то хламоны всякие бегают. Но абсолютно не те зомби, что нам нужны. Иди сюда. Нормуль. Так, у нас еще есть одно очко действий, поэтому пойдем-ка, наверное, на опять же зомбарей. В кепке стоит тут. Выделывается. Эти вообще какие-то два одинаковые близнецы, ё-моё. Зомби-близнецы. Этот у нас Ганнибал Лектор. И все? Что-то как-то у вас тут зомби мало очень. Вот он, блин, там бежал как раз тот, который в розыске был. Ё-моё, ребят, ну как так-то, а? Ладно. Так, у нас с тобой денёк, давай крутить. Крутить, конечно же. Слушай, или подождем. Лучше подождем, да, когда будет 5 у нас. На пятерочку уже, как говорится, раскрутим. Так, где бы мне вот... Ремпакетов бы набрать. И очень-очень много. Просто вот целую кучу мне нужно ремпакетов где-то надыбать. И надо будет постоянно-постоянно здесь делать все круче и круче заставу. Потому что, ну, ты видел, такие зомби взрывные, которые пойдут, они все сносят на своем пути. Так, есть? У меня есть вот этот зомби. Так, Филарет, 9 уровень. А у нас второй, Филарет. Слушай, а как вот... Вот как вот мне его найти, ну, извини, мне из всех зомби найти Филарет? Тут-то он не написано, что его звать Филарет. Трындец. Так, Филарет 9 уровня. Такой довольный, с улыбочкой. Покоцанный. Довольный, с улыбочкой, покоцанный. Давай искать такого. По-моему, вот он, да? Покормить. Давай стравливать всех нам ненужных. Чтобы он получил 9 уровень. Скормить. 5, 6, 7, 8 и 9. Так, по-моему, ребята, мы можем его отдать за 90 бревен. Сделали. Хм.
А вот тут, ребята, награда карта будет. Но такого зомби у меня пока нету. И я его пропустил, он там бегал, шуркался, видел я его. Ну что, смотрим за награду. Окей, заработали маленечко. Ну что, начинаем день. Будем отбиваться. Ох, где там эти зомби? Вот плохо, когда они идут такой толпой. У взрывного, интересно, большой радиус поражения, а? Во-во-во-во. Смотри, что творит. Офигеть. Давай-давай-давай, валим их. Я офигею, а. Вот там клинит, блин. Оружие. Эй-эй-эй-эй-эй, хорош-хорош-хорош. Когда там денек-то кончится? Кончился, слава богу, день этот. Фух, что-то мы с тобой, кстати, получили. Подожди-ка секунду. А где та самая награда, которую я заработал? Где она? Скажи-ка мне на милость. Ее почему-то здесь нету. А, вот она, ребята. Так, ну что нам тут выпадет? Покажите, пожалуйста. Горючее, 16. Горючее, конечно, это хорошо, оно нам пригодится в дальнейшем. Так. Слушай, надо посмотреть у нас, знаешь что? Сейчас, секунду. Так правильно, что это такое, извини меня, стоит там, непутевщина какая-то. Я думаю, что за фигня такая? Так подожди ты, не надо пока ничего ремонтировать. У них радиус обстрела, это вообще никакой, друзья. Ты посмотри сам. Они должны стоять чуть ли вот не на передних, извини меня, местах. Вот этот должен стоять здесь. Так, эти нормуль. Вот чё ты стоишь там где-то, непонятно где? Ты вообще чуть ли не вот здесь должен у меня стоять. Ты вот сюда пойдешь. Так, и чиним с тобой. Чинить надо. Так, готово. Поехали, ребята. Я, наверное, никогда детали здесь не собираю. Ух ты, это же военная база. Ё-моё. Ребята, опасно идти, но... Меня награда подкупает. Просто я просто представляю, какая здесь вкусняшка будет. Ну-ка. Ага, ага. Ой, красиво-то как. Ты посмотри, что происходит. Изи. Твою ж налево. Драгунов, пулемет Мадсен, ПП-19. И детальки-то мы здесь с тобой нашли. Ну вот, вот, совсем другое дело, ребят. А здесь выживших можем спасти. Блин, можем спасти. Попробуй, я все-таки рискну, ребят. Я надеюсь, что вот этих мы с тобой расстреляем сверху. Есть. Ага. Так, вот этот вот, блин. По-моему, норма. Норма, конечно. Еще детали нашли. Фу, пошло дело. Так, починить. Винчестер за 5 еды, ну давай починим. Жалко. А, я же могу. Ох, так я могу, ребята. Так, винторез. 21 еда. Чиним. Так, а тут сколько? 50. Чиним. Пулемет Мэтсон. Чиним. Так, смотрим дальше. Ох, ты тут вообще. Нет, это мне нафиг не нужно. Нет. У кого эти пистолеты вообще находятся? Я не могу понять. Кольт. Так, бита. Бита с... Это все надо продавать, ребята. Торгашу. Обязательно торгаша, когда увидим с тобой, обязательно продадим этот хлам лишний. Он нафиг нам не нужен. Понимаешь? Он нам просто засоряет весь инвентарь. Что это сейчас хлопнуло-то так? Не внюхал нифига. Так, ну-ка. Разобрались. Замечательно, 23 патрона потратили, 28 нашли. Аптечки, железо, все как полагается. Так, ну теперь, естественно, охота на зомби. Надо еще двух зомбарей нам с тобой найти. И вот в этом, кстати, проблема большая. Выискивать, вынюхивать этих зомбарей. Так, они все с белыми. Опа, опачки, это он же? Это он, ребята.
На тебе, гаденыш. Так, я нашел одного. Еще надо найти одного зомби, ребята. Опять же, с белой этой. Да куда? Стрельнул, блин. Называется. Ну-ка, может быть, здесь. А у меня нет очков. Тогда домой идем, конечно же. Так. Смотри. Здесь, ладно, это все понятно. С пистолетами. Да, мы с тобой очень много нашли оружия, да, поэтому давай-ка наших вот этих вот парней, во-первых, прокачаем. Так, кто-то еще там уровень получил. Я ведь вижу. Так, вот этот вот. Первого уровня, вы серьезно, что ли? И теперь давай посмотрим по оружию. Вы хотите сказать, что это все? Да ну быть такого не может. Так, тихо, парень. Вот тебе не нужна вот эта штука. Давай-ка мы ее поменяем. Вот, на Галиль-снайпер. А? Красавелла. А то он с пистолетом там бегает, понимаешь ли. Дробовик, ну дробовик пригодится. Так, смотрим внимательно. Вот это надо починить. Нет, мало. Будет когда 50%, тогда и починим. Так, парень, у тебя какой там радиус? А кто это там стрелял? Я не понял юмора. Это с дробовичком. Так, тебя сюда поставим. Все кучнее, кучнее, кучнее. Не стесняйтесь. Вот это надо починить. Да, отремонтировать. И мало того, что починить, нам нужно с тобой еще поставить побольше. Генератор включим. И крафт. Так, позволяет пули создавать, слабое укрепление, это все понятно. Сильнейшая защита. Построим. Куда вот он ее? Куда вот он ее поставил, эту сильнейшую, блин, защиту? Да, господи, вот это мне надо. Ах, вот он. Слушай, давай тогда турель мы себе вообще вот туда поставим. Да что там, блин? А, тут турель, понятно. Слушай, они здесь мешаются. Давай вот сюда вот их поставим. Тихо. Опа, поймал я тебя. Вот так вот мы с тобой сделаем. А этого... О, они могут... Они могут вот так стоять? На головах? Пси! Так это вообще кул. Ну что, смотрим, наверное, да? В принципе, я готов, но в то же время давай-ка вот... Погоди-ка, где у нас торгаш? Вот он. Закрываем. Торгаш. Опа! А вот это хорошо. Вот это, парень, ты хорошо. Иди сюда. Так, давай вот эти вот все пушки. Он уже хочет обменять. Я согласен. И я согласен также у тебя, в принципе, и золото все... Ой, золото скупить. Весь металл взять... Я думаю, ты будешь не против. Давай, 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 не жмись. 260, так, поехали. Это все на продажу. Пистолеты вообще, я считаю, что не нужны вообще нам. Какой от них толк, если у нас с тобой есть винтовки, да? Причем всякого разного вида. Так что пистолеты это вообще не актуально. Бейсбольные биты эти все отдавать. Вот, согласен, обмениваем. Так, друзья мои, ну что, начинаем новый день. Посмотрим, как мы его с вами переживем. Надеюсь, переживем. Ох, как классно. Был бы у меня какой-нибудь миниган, да? Чтоб тут просто сносить все. Ага. Это 30-й день у нас, друзья мои, на выживание. 30-й. Очень неплохо. Давай, 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 давай. Все, денек заканчивается. Хе-хе. Всем вышибли мозги. Кстати, так сколько там? У нас, по-моему, идет в плюс, да? Все-таки. У нас идет с тобой в плюс еда. И давай крутить. Что бы я здесь хотел бы? Конечно, 12 деталей, ребята. 12. Но мне, по ходу дела, выпадет, блин, билет. Нет, карточку, давай карточку, карточку, пожалуйста. Ну,
Есть. А что за карточка? Ну показывай давай. Это выживший. Какой-то непонятный. Какой-то непонятный выживший, ребята. Так, прокачиваем здесь. 3 уровня чувак заработал, прикинь. 3 уровня. Еще кто-то у нас есть на прокачке с тобой. В плане, подожди. Чего вы мне тут заливаете-то? Я же вижу, что кто-то еще есть на прокачке. Но вы... Но вы почему-то мне не показываете, кто именно. А, все, нету никого, ребята. Ну что, отправляемся в лес. Сколько нам еще там деталей-то нужно для... Опа. Ух. Все равно рискну. Все равно хочу, ребята, рискнуть. Их тут много, да, я не спорю. Кого-то потеряли... Нет, никого не потеряли. Найс. А здесь выжившие. Блин, не нравится, не хочу, не буду я здесь драться с ними. Так, нам с тобой нужно найти зомби. В белой кепке, да? Зомби тут должен ходить. Но этого-то мы с собой поймали. Вот этот нам остается. Ну и почему-то мы его не видим, не встречался он нам. Это не он? Нет, это не он. Какой-то якудза там шел, ё-моё. Это с красной повязкой, на тебя в лоб. Терминатор, ёлки-палки, с красным глазом. Ладно, давай посмотрим, что у нас тут. Ну здесь можно напасть. Выбираем все. Тут зачистка будет неплохая. Окей. Так, этого главное шваркнуть. Все. Игровая карта. Еще одна, ребята. Мина. Слушай, как вот это вот вообще все использовать? Я не могу понять. Мы с тобой собираем карты, я не спорю. Но как ими пользоваться? Вот чего я никак не могу понять. Ребята, а вы можете... Я как-то там видел, можно как-то выставлять, что-то делать. Ну, так до конца я не понял, как это должно работать. Отлично. Так, ну что, сменим карту. Ага, вот она, карта новая. Что это у нас? Обнаружена новая локация. 155 бревен на ней доступно. Так, а я пойду, пожалуй-ка, еще поищу зомбарей. Ага, это не он, это он. Да-да, это был именно тот зомби, который разыскивался. Так, прыщавый, иди сюда ко мне. Окей, значит, нам с тобой что надо сделать? Будет прокачать зомбарей этих? Так, этот ходит. Ладно, фиг с ним, попробуем сейчас вальнуть. Напасть. Может быть, даже он сейчас подойдет к краю. Ага. Блин, а тут, смотри, прямо стоит где. И вот тут тоже неприятно. Одного убили, по-моему, все-таки. И это у нас Калин был, 5 уровня, ребята. Пилу зато нашли. Зато нашли пилу. Вот стоила пила, а? Жизни нашего бойца. Наверное, стоила. Ух ты, да что ж такое-то у нас... Не, ребята, очень... После выкладывания на стол добавляет в руку случайную карту из колоды. Как это все делать, я не знаю, ребят. Но домой отправляться однозначно нам надо. 30-я ночка у нас с тобой на дворе. 5 чуваков у меня уровень готовы получить. Ну да. Один есть. Так, второй. Третий. Четвертый. И последний, какой-то пятый. Вот он. Предположим. Дальше что? Дальше мы с тобой посмотрим за награду. Но сначала так, какой? Клод. 11 уровень, да? Мы получаем пистолет, нафиг он нам нужен. Вот, Фердинанд. Какого уровня должен быть? 5-го. А у нас 3-го. Так, Фердинанда мы с тобой сейчас, наверное, и прокачаем. Так, где мои зомби? Так, закрываем. Фердинанд. Где-то здесь, ребята, он должен быть. Так, вот он, да? Покормить. Ну, давай вот этих вот скормим. Какой там нужен был 5-й уровень, да, если не ошибаюсь? Есть контакт, выполним. Выживший. Так, а здесь пистолет Глок. Ну, я не знаю, ребята. Ну, давай просто сделаем Клод 11 уровня должен быть, а он у нас 1-го. Пистолеты эти. Вот он, да, этот Глок.
Точнее, не глок, а зомби. Так, давай. Третьего. У нас тут с тобой зомбарей целая куча. Можем просто всех скармливать налево и направо. 11 уровень нужно. Угу. 9, 10, 11. Отлично. То, что нужно, выполняем. Найс. Так, и теперь что? Награду? Ну, вот что мы с тобой получили. Патроны. Так, камни, железо, нормуль. Пускай генератор работает. Слушай, может быть, дай-ка я кое-что здесь, ребята, поменяю. Так, вот тут вот надо чинить. Окей. Так, сколько там? 67. АН-94. Так, винтовка Мосинная. Галильмар. В принципе, пока тут все нормуль. По винтовкам, по оружию. У всех, ни у кого нету пистолетов, понимаешь? Ни у кого. Поехали. Сейчас будет жестко, чувствую. Но... Так, подрывников главное, чтобы не... Вот он. Успеваем, успеваем, ребята, их накрыть. Четко все. Нормуль, нормуль, нормуль. Так, бомбим. Да когда же, блин, закончится эта волна, а? Все, последний зомби. Фью. Вас, оружие Макаров. Оружие Макаров. Так, подожди секунду. Крафт, 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 крафт. Так, водяные фильтры. Оу, да у нас тут... Мы сейчас с тобой столько их сделаем. Водяные фильтры. Ну, у нас, в принципе, с водой-то никакие проблемы, если честно, и нету. Но я сделаю соточку, да? Чтобы нас это, как говорится, не отвлекало. Ать, красота. Так, и здесь, наверное, тоже с тобой сделаем соточку. Замечательно просто. Так, позволяет создавать пули. Бетонный забор. Может, даже удастся выжить. Под напряжением. Разрядами тока. Я специальный бед поставил. Ну-ка. Где-то вот здесь. Вот она стоит. Ать, добегался. Как-то вот... Блин, тут еще вот бесит то, что, ребята, ограничения есть. Понимаешь, есть какие-то ограничения. То есть... Пускай они тогда здесь стоят все. Окей, вот таким вот образом, да? Пускай это все будет находиться. Так, и... Глянем сейчас у торгаша, что... Вау, у него, смотри, какая штука есть. Давай возьмем, наверное, ее. Обменяем. Давай на дробаши. Дробаши, ребята... Так, тихо. Он согласен вот так вот обменяться? Давай. Я не против. Все, закрываем. 31 день. Интересно, у нас появятся новые зомби на 31 денечке или нет? И сколько нам нужно с тобой, чтобы машину-то сделать? Сколько деталей? Тут что-то у нас не показано. Так, это где у нас? Это, по-моему, в крафте, да, должно быть? В крафте. Слушай, я могу комнату, что ли? Нет, не могу. У меня всего 4 детали из 24. Вы издеваетесь, что ли, надо мной? По ходу дела они надо мной издеваются. Их вот карточки, ребят. Ну, вот как вот, что с ними делать? Вот объясни мне, выжившие. Вот они, вот выжившие. Что мне с ними делать? Оборонительные. Ну, предположим, выбираем. И что? Ну, выбрал я. И как дальше-то быть? Вспомогательные, карты выживших, карты зомби. Вот что это такое? Я не понимаю, ребят. Серьезно. Ваша игровая колода составлена неверно и не может принимать участие в играх. Ну да, хочу вернуться, точнее. То есть перебор или что? Я не знаю, ребят, я не могу понять. Улучшение выживших.
Ну вот давай, предположим, мы будем с тобой улучшать выжившего. Вот выбирая, например, этого. Сюда я могу поставить вот так. А сюда так улучшить. Снайпер. И чего? Ну, снайпер. Так, погоди, шулер. Выбрать. Булыта становится шулером. А что это дает? Снайпер, шулер. Выбрать. Так, предположим. И опять же получается снайпер. Может быть, здесь что подсказать? Вы можете улучшить карту выжившего с помощью частей карт оружия и навыков. Улучшение необратимо. Вы не сможете убрать уже добавленные карте навыки или оружие. Так, это понятно. А что они мне вообще дают? Подсказки никакой нету. Колода. Уровень 1, уровень 1. Могу вот я, например, взять шулера сюда, да, выбрать. Вместо этого, например, взять снайпер. Так, да, и вместо этого тоже взять, например, снайпера. Вот. Что вот с этими теперь ребятами я должен делать? Ваша игровая... Ну почему неправильно? Что опять не так? Чего опять нету? Карты зомби 5, карты выживших 4, вспомогательные карты 4, оборонительные карты 8 из 6. Что не так я сделал? Я не понимаю, ребят. Не знаю. Бред. Бред какой-то. Зомбокер тоже мне называется. Так, ну что, дорогие друзья. Давайте, наверное, на этой ноте мы с вами закончим этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых встреч. Удачи вам.